Смотрите, куда мы с вами уже переместились. Здесь находятся все наши карусели. Здесь очень тихо. Здесь вот такие машинки. Кстати, очень давно на них уже не ездила. По-моему, это новый аттракцион. По-моему, его не было. Ну, я давно, конечно, уже не была. Уже года 4, наверное. 3-4. Как Дима появился, по-моему, я уже больше не ходила. Вот это вот моя самая любимая. Ну, орбита, конечно, любимая. И вот это любимая. Здесь очень громко играет музыка. Она крутится вверх-вниз, поднимается. Она просто классная. Ну, она стоит дорого, по-моему, 250, что ли. Около там как-то так. Здесь вот три сиденья, тут втроем садишься. Очень удобно, кстати, компанией. Когда с каким-то человеком ты сидишь, или одна посерединке, а именно с компанией. Потому что крутит иногда туда-сюда, и гораздо будет приятнее, если вы облокотитесь не на пустое место, а на своего друга или подругу, например. Мы ходили, я помню, компанию. Мужу был друг, он и моим тоже был другом. Мы очень классно дружили. Везде были вместе, везде всегда гуляли все вместе. То есть его друг и со мной общался очень хорошо. Не так, как бывает иногда. Друзья мужа там на меня внимания не обращают, смотрят странно. Мол, чего это она там со мной общается? Нет, у нас прям вообще было очень классное общение. И на шашлыки мы ездили за Волгу вместе. Потом вот так вот дороги начали расходиться. Если не сделать первый шаг самим же, то они разошлись просто. Здесь колеса, смотрите, стоят такие. Как у карет. Карет как будто там деревянные. Там он что-то собирает или разбирает. Такой деревянный домик. Такой, кстати, карусели ни разу не каталась. В детстве я почему-то очень сильно боялась, что эти цепи сорвутся, оторвутся, или она остановится неожиданно, я куда-нибудь влечу. Ну, в взрослом виде я уже тоже боюсь. Не знаю, расскажите, как вам, кто катался на таких... Говорят, классно, кстати, даже кто-то, я слышала. Да, вот эту дорожку я помню. Видать, я давно не была. Вот здесь вот, по-моему, вот эта вот, это ракушка. Здесь я чуть шею не сломала. Это было что-то с чем-то. То есть иностранное, допустим, за границей. Как красиво, смотрите, дерево. Сейчас я сфоткаю. Как красиво. Деревья такие стоят, и между ними солнышко проходит. Блин, так классно. Не могу отсюда сойти с места. Это смотрится восхитительно. О, я смотрю, собачка моя там опять гуляет. Уже вернулась сюда. Так вот, это карусель. Ракушка, по-моему, это. Вроде бы. Ну да, это она вроде. Вот. То есть, ну, на самом деле, например, за границей я видела уже, потом увидела похожую карусельку. Получается, сиденье мягкое, и для головы есть место мягкое, то здесь его нету. И когда начала, то есть сама по себе по окружности кружиться, плюс еще сама ракушечка вот эта, где ты сидишь, кружится, это было что-то. У меня сразу голова назад, а облокотиться там некуда, нету места. Там не знаю, металлическая, но она очень далеко находилась, какая-то штука, я головой ударилась, в шею у меня хруст какой-то был, это было очень больно. В итоге я просто держала свою шею и просто кричала. Ну, естественно, никто ничего не заметил, что что-то происходит. Вот, никто, естественно, карусель не остановил. Но когда я вышла, у меня, конечно, шея болела очень сильно. Очень долго она болела. Это было что-то. Поэтому больше никогда. Муж знает, теперь каждый раз мы все приходим сюда. Вот, будем кататься на ней? Нет. Ни за что. Поэтому будьте аккуратны. Люди катаются, не знаю, у меня, может, шея просто слабая. Поэтому так случилось. Скорее всего. Ой, на солнышке так тепло-тепло.
Сейчас мы с вами цены посмотрим. Аттракцион кафе. Три медведя. Здесь их вон много. А, ну вот она. 250. Супер полет. Вот она, видите, 250 рублей. Нет, мне кажется, она 230 стоила. Та вот. Сейчас, наверное, подорожала, скорее всего, потому что мы были давно. После рождения ребенка я не помню. Были или не были, вот не помню, честно. Обычно Женька копит деньги, меня приглашает сюда. В этот раз он меня приглашал по весне, когда еще аттракционы не работали. Или только начинали работать. Потом, в прошлом году, поздняя осень, под дождь он меня сюда пригласил. Опять, ну, что-то под дождем. Я говорю, что, я буду мокро сидеть здесь? Это стрёмно. Я говорю, все мокрое. Как-то ни туда, ни сюда, и все. Потом больше мне перестал приглашать. Раз не нравится. Ах, как на солнышке хорошо. Так. Что-то мы с вами... А, ну там больше дальше нету. Пойдем там. Вот здесь паровозики всякие. Да, зимой, конечно, здесь выглядит совершенно по-другому. Карусельки, они такие маленькие, кажутся. Летом они кажутся огромными, здесь людей много, всякие стоят вот по этой вот тут по стороне, вот здесь тоже очень стоят много разных детских карусель, ну, так и для малышей. Много-много-много-много прям разных. Жизнь кипит. Кишит. Кипит жизнь. Что-то я не помню, там забор, что ли? Какие улитки. Оказалось, там закрыто. Зря шла столько времени. Не знаю, мне же навстречу сейчас только что шла женщина с коляской и ребенком. Я была уверена, что они вышли, пришли оттуда. Но нет, там закрыто. Аж прям как-то стало страшно немножко. Останешься вот так закрытой на территории парка. Пойду, короче, сейчас обойду, потому что хочу попасть туда. Вот. Уж тогда буду выходить через тот же самый вход. А вон еще одна каруселька. Что-то поменяли здесь немножко местами все. Да, тут местами поменяли немного. Да, вот на этих вот хочу кататься. А здесь еще были батуты. Батуты, наверное, просто убрали. Зимочка, конечно, если сюда, ну, я надеюсь, попадет когда-нибудь. Когда-нибудь у нас закончатся все эти коронавирусы. Да, обязательно с ним попадем. Смотрите, вышла.
Народ побежал. Вышла, а тут такой запах. Снег, листочки. Так ароматно пахнет. Кажется, как будто я в лес зашла. Народ что-то прибавился. Бежит тут. Как красиво. Солнышко. Хорошо, что сегодня солнечно, а то проснулся ранним утром. Смотрю, нет солнца. Думаю, ну вот, что ж делать. Ну, без солнышка там гулять скучно будет. А нет, солнышко есть. Чувствуете этот запах? Листвы, поздней осени, снега. Красота. А здесь цветочки были. Тоже листиками все запахло, засыпало. Хорошо, что я тепло оделась. Прям как раз так тепло, хорошо. А, какое солнышко. Все-таки солнышко всегда очень радует глаз. Солнышком, согласитесь, в парке здесь просто классно. Было бы мрачно, тучи, было бы не так хорошо. А солнышком так приятно гулять. Красота какая. Народ. Вот так вот днем здесь хорошо гулять. Мне кажется, вот ночью, вечером здесь будет страшно пройти. Народ прям пошел, народ. Время часа уже 3-4 доходит. Хожу на солнышко. Красота. Красота. Здесь много народу.
она уже заледенела. Озерце. Наш дружок бежит. А, там что-то пошится ребенок. А куда ребенка пустили? Тут как будто зима прямо на дворе. Давай заледенело. Мусора там столько много. Там, кстати, пушки. Какой островочек там. А, вон. Ба, там работает карусель-то. Колесо обозрения-то двигается. А его уже разбирали. Это новое колесо-то. Так. Ну какой? Пойдемте, наверное, там. Там по округу идти неохота мне обходить. Значит, то, наверное, колесо, которое мы с вами видели, уже не работает, а работает вот то, другое. Его такое похожее, наверное, было. Его построили, но потом разобрали. Потом снова, видимо, построили. А вот лес сам. Лес. Представляете, как сейчас с первым снегом в лесу красиво. Какая там красота. Сейчас вот солнышко в другом месте. Все равно красиво любоваться. Там утки ходят. Улетели утки. Чуть-чуть успела заснять. Они летают, оказывается. Бедным холодно. Наверное, здесь. А там впереди, видите, лавка большая. Вот смотрите, одна стоит лавка, а вон там рядом другая. Огромная лавка. На этом месте, по-моему, когда-то был большой велосипед. Гигантский стоял. Или, может, на другом месте где-то стоит. А еще фотка где-то есть. Ай, какой лес красивый. Уже вечереет, становится уже холодно, но я прям тепло-тепло так оделась. Хорошо-хорошо оделась я. Как я тепло оделась. Сегодня не забыла одеть свой шарф. Вчера его забыла одеть, а сегодня не забыла. Вот она, лавка огромная, гигантская. Экспонат. МТС написано. Видите? Вторая тоже на всякий случай стоит.
для сравнения. Здесь кусочек. На льду. Льда не хватает людям. Ступеньки, мостик. Надеюсь, я тут не шлепнусь. Там что-то сгребают, собирают. Меньше стало озеро. Мне кажется, оно покрупнее было. Да? А тут снег счистили. Ага. Рабочие чистят. И ребенком помогает электрица. Мама, мама с малышом пришла. Гуляет. А он помогает. Рабочий. Молодец какой. Ну, сюда мы уже с вами начинаем выходить из парка. Уже начинает появляться шум дороги. Представляете, ему 300 лет. Сейчас, мне кажется, знаете, ему даже не то, что 300, ему 310 или 320 лет, вот так вот. То есть неровно. Года-то идут. Смотрите, какой он красивый-красивый. Представляете, он нас с вами старше на много-много-много. Нет, надо там рядом работать обязательно. Представляете, дубы, какие они красивые, они такие мощные. Такой он огромный, толстый. Все. Класс. А я при мне почему-то запомнил, что там что-то с Пушкиным связано. Не знаю почему. Ой, тут тоже красиво. Очень уже начинаю замерзать. Буду идти к выходу. Мы с вами очень классно погуляли. Мне прям очень-очень-очень понравилось. Я надеюсь, то, что я смогла через видео вам передать всю вот эту вот красоту, ароматы, запахи, потому что они через мою камеру иногда передаются. Вот такой вечер становится морозным. Еще в обед, не с утра, в обед я сюда приехала, здесь было тепло. Солнышко, вот видите, уже садится. Уже становится холодно. Я уже начинаю замерзать. Я здесь гуляю, наверное, часа 2-3 уже точно. Вот. Здесь тоже, смотрите, деревья. Птички там летают. Как классно. Мне больше всего, знаете, в лесу нравится, когда вот солнышко светит, и вот эти вот тени видны, тени деревьев. Вот это вот мне больше всего нравится. Это, блин, это так красиво. Это так классно. Вот там уже не видно. Мы с вами даже белочек увидели. В следующий раз, я надеюсь... вон она бежит, белка. Только я про нее вспомнила. Ай-яй-яй-яй. Не успела. Мне белка дорогу перебежала. Надо скорее пройти, пока никто не прошел. Это, наверное, к счастью. К счастью, наверное. У меня, наверное, скоро просмотров на YouTube появится. Много-много-много. Скорее. Где она тут пробежала? Там много. Вот это, кстати, я третью белку видела.
Здесь их мало. Раньше, мне кажется, их было больше гораздо. Подписчиков-то мне хватает, в принципе. А вот просмотров, да, как-то не хватает. Как-то прям мне маловато все равно. Побольше бы чуть-чуть. Вот было бы 350 просмотров на одном ролике, я была бы самой счастливой, наверное. В принципе, больше-то мне особо и не надо. Какой-то домик. Убежала она на дерево. Не знаю, где она там. Вот только сказала вам про белку, и сразу появилась белка. Как прям, как будто так было нужно. А, там птички, они все едят там. А, там кормушки. Там кормушки. Нужно будет в следующий раз орешки принести. Птицы-то, наверное, не едят орешки. А вот белочки поедят с удовольствием. Жалко, что я не догадалась взять их. Вот. Мы с вами ролик сегодня заканчиваем, наверное. Сейчас я пойду уже в магазин. Не знаю, получится у меня там заснять что-нибудь или нет. Открыт вообще он или нет, я даже не знаю. Вот. Потому что ролик получился длинным. У меня уже камера садиться начинает, но у меня есть вторая батарейка. Ой, скользко. Ай-яй-яй. Почему так скользко? Все. Солнышко. Красивое солнышко. Там птички как летают. Хорошо. Иду, иду, я тут такая не спеша. Подскальзываюсь, падаю. А тут памятник, оказывается. Я не знала даже. Памятник Юрию Гагарину. В 1968 году его не стало. Ну, так недавно, кстати, относительно. Классно. Слова. А тут вместе с солнышком очень красиво смотрится. Смотрите, какая красота. Здесь плакучая ива желтая. С желтыми листочками. На земле нападало. Много. Я не могу уйти даже отсюда. Блин, здесь так классно. Вот я уже шла, уже ближе к выходу была. Нет. Не могу уйти. Этот прекрасный аромат, прекрасный запах листвы. Как будто бы зимой пахнет осенью. Это просто прекрасно. Не знаю, это просто шедевр какой-то. Я, честно говоря, люблю так, когда вот так вот видно листочки зимой. Ну, не просто когда белый снег, как-то это красиво, конечно, но не настолько. А вот когда зелень еще с белым снегом, это шикарно. Ива плакучая желтого цвета я давно не видела уже, честно. Честно, давно. Это классно. Птички, птички полетели, полетели там. Разминают свои крылышки. Сейчас засняла фон вам такого типа. Не успеваю их монтировать. Они вот самое сложное в монтаже — это фон. Который нужно сделать хорошего качества. Который получается на целый час. И который сохраняется часа 3-4. На компьютере как минимум, с хорошим компьютером. А если с ноутбуком вот так, то я думаю, блин, это вообще он будет целый день сохраняться. Вот. Ой, какое солнышко. Уже садится. Домой не знаю, как я сегодня попаду. Наверное, поздней ночью попаду домой.
Не переживайте, я попаду домой обязательно. Как шикарно. Как красиво. Даже уходить не хочется, честно. Так классно тут. Но пора. Сняла еще и такой фон вам. И все, пойдемте с вами на выход. Я уже, у меня руки просто очень сильно замерзли. Я просто боюсь, что сейчас уроню камеру. Я уже один раз ее там чуть случайно не уронила. Потому что руки уже просто не держат. Камера как будто лежит на какой-то полочке. Получается там вот... А, отсюда, кстати, классно смотрятся эти сыры. Памятник сыру. Хотя нет, плохо видно. Вот отсюда мы должны были с вами заходить. Такой, смотрите, стоит памятник. Какой-то непонятный из советских времен. Я что-то про него даже уже и забыла. Вот он, памятником сырам. Сыры такие. На сыр похожие. Если парк Гагарин, то всегда вспоминаешь их. Их хотели, кстати, недавно относительно убрать. Но люди, по-моему, что ли, настояли, чтобы их оставили, потому что красиво. Не классно. 9 мая. Здесь вот Самара написано. И дорога. Дорога. Короче, я иду. Смотрите, тут асфальт. Блин, так классно идти по асфальту. Это вообще-то что-то с чем-то. Идешь спокойно. Просто спокойно идешь. Не боишься подскользнуться. Троллейбусы полупустые пока что. Но я не знаю. Подождать мне, пока все с работы уедут. Или ехать. Не знаю, сейчас схожу в магазин. Потом посмотрим. Находится колледж связи. По отзывам он вообще у нас считается самым плохим. Очень сложно там учиться. Не знаю, не то, что сложно учиться, а просто, в принципе, он по отзывам очень плохой. У меня сестра там училась, в итоге перешла. Брат учился, тоже в итоге перешел. Там, по-моему, учителям наплевать. Половины учителей не хватает, что не помню, короче. Помню, что там кошмар творится, по-моему, просто. И все. Нет, народ есть в троллейбусах. В ту сторону есть. Я иду, тороплюсь. У вас, наверное, картинка будет трястись. Сейчас.